Всем здарова, ребята, подписчики моего канала. Сегодня с вами снова я, Greenland. И сегодня я поиграю на таком топовом RP-сервере, как BartyCraft. У этого сервера есть офигенная просто RP-система. Давайте начнем же игру. У нас есть вот такая вот история. Давайте подлетим и прочитаем ее. Ваша история начинается с вокзала. Вы раньше жили у мамы в квартире, но она тебе купила билет в этот город и сказала: «Мальчик мой, бегом работать. Вы приехали в этот город, но без денег. Нажмите ПКМ по мэру и получите свои первые деньги. Начинайте работать. Все работы расположены на спауне. Просто найди их». Окей, вот у нас вот такой вот мэр. Давайте кликнем на него ПКМ. Так, что у нас? Первое твое бабло и первое твое бабло. Так, вы не выполнили задание или не получили квест. Так, приветствую тебя в моем городе. Я тут самый главный, плюнул на землю. Давай к сути. Я понял, что ты без бабла и хочу тебе помочь. Я дам тебе 30 рублей, но тебе нужно выполнить твою первую работу. Мне не хватает деталей для двигателя машины. Помоги. Подойди к Ольге и попроси у нее деталь. Награда 30 рублей. Нажми для начала квеста. Так, нажимаем «Беги к Ольге». Угу. Где у нас находится Ольга? Так, пока поищем Ольгу, что это у нас? Бутылки. Такие бутылки расположены по всему спауну. Их можно ломать, собирать их и получать ценность. Ага, значит, нам нужно искать вот такие вот бутылочки, их ломать и получать ценность. На самом деле, я одну сломал и получил уже 25 рублей. Что это у нас? Это у нас продавец Васек. Ага, поддерживает транспорт немецкого качества. Весь транспорт доступен для донатеров. Покупать привилегии BartyCraft.ru. Так, это Васек. Ага, понятно. Что у нас тут? Мотоцикл. Ага, стоит 3000, 5000 и 10 тысяч. Ну, очень все дорого стоит. Что это? Автопаркур. У нас каждые 10 блоков плюс 20 рублей. Так, это нам все пока не надо. Это что у нас? Руби дерево в нашем лесу и получай за это неплохие деньги. Телепорт сюда, варп лес. Ну, прикольно, кстати, сделано. Так, появляются деревья. А ну, сломайте их, пожалуйста. Ага. А чё они так долго их ломают? И прикольно-то, кстати, падает дерево. Вообще офигенно проработана система. Что это у нас тут? У нас тут таксист. Ара. Прикольно. Решил немного подработать. Он купил Audi R8 у Булки. Теперь у Булкина была лицензия на такси. И теперь Ара возит всех на своей ласточке. Ага. Прикольно, прикольно. Кальянная. Ага. Прикольно, мой скин. Так, ну нам пока не нужен таксист, а у тети Оли. А нам нужно пойти кому? Ольке. Ага, вот это тетя Оля. Тетя Оля в данной сфере уже более 20 лет, так что не переживай. У нее всегда все свежее, не умрешь. Так, это у нас тут такой охранник стоит. Прикольненький, пойдем к Ольге. Так, тетя Оля. Так, что у нас тут? Ага, первое твое бабло, забери деталь. Так. Забрал я деталь. А, тебя мэр прислал. Ну вот, держи деталь, а то убьет небось. Так, взяли деталь и пойдем к мэру. Так, главное не наступить на автопаркур. И побежали быстренько к мэру сдавать эту деталь. Вот у нас мэр. И получить свое первое бабло. Все, плюс 30 рублей. Отлично. Спасибо, сильно помог. Держи свои 30 рублей. Теперь найди Вилсакома и купи у него iPhone. Заработать на него сможешь с помощью бизнесов, работы и тому подобное. Ага. Где у нас находится Вилсаком? Ну, сразу 50 рублей получили. Теперь можно купить iPhone за 50 рублей. Прикольно. Так, что это у нас кальянная тут? Ну, давайте пойдем к таксисту, может, у него. Мы сможем топкнуться к Вилсакому. Давайте сломаем бутылочку. И мне дали порох. О, прикольно. Зачем мне порох, правда? Но приятно. Что это у нас? Волосек. А, ну да, он транспорт продает, я забыл. Так. Таксист. Где у нас тут Вилсаком? Ага, работа дровосека, работа шахтера, магазин, бизнес, автоматический паркур, сбор бутылок. Ага. Давайте, в принципе, посмотрим работу дровосека. Так, быстренько пропишем кит, который тут есть. Кит. Давайте пропишем VIP. Можем, да, наденем всю свою бронь. VIP Greenland и возьмем топорик. Так, зайдем на территорию и будем ломать. Ага, нужно совершить 12 ударов. Так, быстренько ломаем дерево. Осталось 8 ударов, 6.
Так, мне интересно, сколько нам дадут денег за одно дерево? Дали 100 рублей, офигеть. А, нет, подожди. А, это игрок выбил джекпот и получил 100 рублей. А мне что дали? А мне ничего не дали? Серьезно? А ну. Может, кто совершает последний удар, тот получает какое-то вознаграждение. Возможно, так это работает. Потому что мне почему-то ничего не дали. Так, а сейчас... О, да, дали 12 долларов. Прикольно, прикольно. Тут можно просто крысить и делать последний удар, но я это делать не буду. Пусть пацаны зарабатывают себе бабки. Так, нам нужно вообще найти Вилсакома и купить у него айфончик за 67 моих рубликов. Так, это что у нас тут такое? Прикольное здание, кстати. Не буду заходить, оно какое-то здоровое. Давайте посмотрим, где тут есть бизнесы вообще. Или пойдем вообще к шахтеру, на работу шахтера. Так, это что у нас? Бери динамит и неси в шахту. Так, взяли динамит. И вот, понесем сейчас в шахту. Где его ложить? Нажми для сдачи динамита. Так, нажимаем и получаем 1 доллар. Ага, мы можем просто носить динамит и получать по 1 баксу. Но мне кажется, лучше ломать деревья или проходить даже паркур, и вам будут давать намного больше денег. Я думаю, там проще будет заработать. Кстати, вот весь донат на этом сервере. Донат очень, кстати, дешевый. Можете заходить, покупать. Там будет весело. Что у нас тут? Ключики. Донат ключики 149 рублей. 5 кейсов стоит. Ага. Ну, кстати, тоже небольшая цена. Так, где у нас находится Вилсаком? Так, это что у нас? О, это у нас тюрьма. Посадить игрока в тюрьму Джайл. Ага, прикольно, прикольно. Построенная тюрьма такая, здоровая. Там сидят заключенные. Кстати, вот бутылочки можно ломать. И нам будут давать разные плюшки. О, мне дали железо. Вот еще бутылочка ломаем. И мне дали что? Красный песок. Угу, песок из тротуара. Ну, прикольно, прикольно. Ну что ж, ребят, это вообще годный РП-сервер. Также я на нем буду снимать, так что IP сервера будет в описании. Сервер работает на версии 1.8 до версии 1.12.2. IP в описании. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят. Всем удачи и всем пока.